Биргене 5:30. Моросит, дождь. А мы идем мимо стадиона. И на стадионе, сейчас мы подойдем ближе, занимаются подростки или дети спортом. Им дождик не помеха. Если обратить внимание, то по лужам видно. Моросит. Асфальт мокрый, блестит. Некоторые даже гуляют в шортах. Норвегия. Викинги. Вот, а вон дети играют в футбол. Кто-то бегает, кто-то футбол. А украинцы сидят в гостиницах. Норвежские дети играют в футбол. Норвежские дети ведут здоровый образ жизни. Гаджеты им. У них на втором месте гаджеты. А у нас гаджеты на первом месте.